Второй городской детский конкурс «Игру КВН «Радуга добра» организаторы решили сделать тематическим, внести образовательный компонент в задание. Поскольку участники конкурса «Малыши-дошкольники», темой стали сказки русского писателя, режиссера-мультипликатора Владимира Сутеева. В этом году в КВН «Радуга добра» приняли участие сборные 11 детских садов. Каждая команда представила на суд жюри визитную карточку, это первый этап, подготовила сказку Владимира Сутеева, приняла участие в музыкальном конкурсе. Задача мероприятия – выявить, естественно, активных, ярких, творческих малышей, личностей. Обязательно говорим о психологических особенностях, то есть говорим о ценностях жизни. Если школьникам мы всегда говорим, что самая большая ценность – это наша жизнь, то малышам мы всегда говорим, что добро побеждает. Мы представляем 93-й детский сад. Наша команда называется «Горошинки». И мы представляем сказку Сутеева «Теремок». Но наша сказка, конечно, о добре. Она немножко переделана. И у нас как бы главный герой из немножко такого отрицательного в конце с помощью дружбы и друзей превращается в доброго, хорошего. Всем без исключения маленьким участникам организаторы, руководители детских садов, спонсоры мероприятия подготовили подарки. Так что проигравших в КВН не оказалось, ведь добро побеждает.